Удар молнии в Норвегии унес больше 300 жизней. К счастью, не людей, а оленей. Погибшие животные найдены в национальном парке на юге страны. Перед егерем, который обнаружил место трагедии, предстала страшная картина. Мертвые северные олени усеяли всю поляну. Они лежали рядом друг с другом на участке диаметром от 50 до 80 метров. Эти олени известны также как карибу. На территории национального парка обитает не более 10 тысяч особей этого вида. Шокированы и ученые. Они не могут понять, как столько животных могло погибнуть всего от одного удара молнии. Похожие случаи происходили и раньше, но никогда еще атмосферный разряд не убивал такое количество крупного рогатого скота. Скорее всего, из-за дождя все стадо сбилось в кучу, чтобы пережить грозу. Именно в этот момент в них и ударила молния.